сентябре 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко презентовал «Игры будущего» – аналог Олимпийских игр, который объединяет в себе самые современные и технологичные виды спорта. И вот спустя год на Петербургском международном экономическом форуме объявлен город, в котором мероприятие состоится впервые. На финальном этапе было представлено несколько вариантов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга и федеральная территория «Сириус». Первые игры будущего пройдут в Казани. Ура! Предполагается, что на первых играх будет представлено 15 дисциплин. Они будут оценивать как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. К примеру, участники будут состязаться в гонке дронов, робототехнике и киберспорте. Конечно, это очень важная вещь. У нас вообще в Казанском университете есть и разработка игр как направление подготовки, и есть киберспортивные команды, киберспортивные движения. Я думаю, что это замечательное будет сочетание как раз игр на стыке IT и спорта. Проведение первых в истории игр будущего запланировано на февраль 2024 года. Предварительно город готов отдать под состязание сразу 8 объектов. Так, в Казань-экспо состоятся соревнования по шутерам Counter-Strike и Fortnite, а также гонки дронов, электромобилей и электролодок. Конечно, КФУ так или иначе будет принимать участие в таких мероприятиях. Вот, а вообще, как бы, в Казани киберспорт активно развивается, проводятся большие чемпионаты, IT-парк тоже, скажем так, наш казанский патронирует кибердвижение в Татарстане, так что я думаю, что мы будем активно в эту сторону двигаться. Напомним, ранее президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил о разработке пакета предложений по поддержке киберспорта. Предположительно, российские спортсмены смогут получить отсрочку от армии. Маргарита Михайлова, Универньюз.